февраля, Дню Святого Валентина. Вот так вот можно подготовиться, прийти купить конфетки, открыточки, мягкие игрушки. Вот, например, такой киткат в форме сердца будет стоить $5. Такие конфетусы. 195 грамм. Вот такие вот конфетки. Сколько за каждый здесь грамм? 158. Посмотри, покажи вот это вот сердце. Это вообще тяжелая коробка. 294 грамма. А, ну она $10. Угу. Такое вообще шикарное сердце. Сколько она? Блин, она тяжелая. $10. 510 грамм? Полкилограмма. И вот такие вот детские поздравлялочки. А здесь, конечно, наверное, наборчики. Это... Смотри, как мы детям покупали. Чтобы класс поздравлять. Да, здесь открыточка, сколько-то открыточек и игрушечку к ней можно сделать. А сколько здесь? 8 за $2. Ну, тоже нормальная цена, да? Это выгодно. Блин, мы не знали. Это даже очень выгодно. В следующем это году мы здесь купим. Дешевле, тогда, чем да, в центре, да. А, вот. Это набор валентинок. Здесь 32 валентинки идет, 32 наклеечки. И плюс еще включена валентинка для учителя, потому что когда поздравляют класс, поздравляют обязательно еще и учителя. Мишку покажи. И я покажу сегодня письмо от учителя. Каждый год нам напоминают, что если вы дарите кому-то в классе валентинку... В общем, нужно подарить всем. Нельзя подарить кому-то одному или разное. Если поздравлять, то надо поздравлять весь класс и одинаковыми валентинками. И конфеты нельзя ложить, да, к сожалению. И вот такие милые мишки. А сколько милый мишка стоит? Наверное, это цена на вино. Я не знаю. У него сзади, наверное, цена где-нибудь. Я не хочу трогать, а вдруг упаду. 9,98 я. Хорошо. Короче, мишка $10 стоит. Он очень сердечко. Мил. Вы смотрите, наборчики вон есть с лопаточками с какими-то. Класс. С глазами вон, смотри. Ага. А здесь специальные конфетки. Они будут вот в таких пакетиках. Здесь тоже можно подписать, от кого кому. Зачем и почему? Ну вот смотри, опять получается, делают же наборы с конфетками, а в школу конфетки найти нести нельзя. Что это за диссонанс какой-то получается? Нехорошо. Ну и вот еще прямо на кассе вот такая вот здоровая витрина сердец. Сейчас, зайка, я быстро пройду. О, вот сникерсы, смотри, да, сникерсы. А, такой набор. И смотрите, опять же, на каждой такой шоколадочке, вот тут не видно, чтобы ее показать. Будет место, где написать от кого и кому. Сникерсы, вон сникерсы. Глянь, какая красивая коробка. С бреликом. Специальные сердечки. Сникерсы с сердечками. Такие вот миленькие будут они. Вот эти конфетки, смотри, какие красивые. Они прям в таких тканевых. Ну вот вы видите, почем. $10, $15, маленькие по 5, вот эти вот красивые, очень красные, 4,98. А вот $3, $3 смотри, тоже красивенькие. Ну, вот за 3, смотри, большая какая стоит. Можно кому-нибудь подарить праздничное ведро. Или вот такая вот подставка. Смотри, сзади. В форме сердца. Кстати, стоит $1.48. А можно просто сердце подарить. Или вот такой вот кисис. Смотри, это же эти вот маленькие конфетки. Маленькие, они... маленькие. Сколько она? 198 грамм. А нету маленьких показать для сравнения? Ну или миленькие эти самые игрушечки. Вот такое вот сердце. 141 грамм, цена, тоже от кого кому, цена не видно. Смотри, какие хорошенькие со щеночками совсем. Ну, вот такой вот маленький вложик из Walmart'а про Happy Valentine Day. Еще специальные ведра для попкорна или для мороженого.
плюшевых подарков также подготовлена выпечка в розовых тонах специально для этого праздника. Такие мини-кексики. 5,94. Эти сердечками сделаны. Угу, покажи. Печенюшки с сердечками. Это тоже очень миленький. Мэнго вот такой вот большой сет. Сейчас мы в Marshalls для того, чтобы снять и показать, как Marshalls готовится к Дню Святого Валентина. Вот такие вот миленькие подсвечники. Миленькие наборы. Подушечки. Вот такой вот набор в форме сердца за $10. Для наших любимых женщин, чтобы они могли содержать себя в красоте. Это что за набор, я не знаю, но, в общем, как-то гляньте на ценники, он вверх ногами. $7, $12, $9. Миленькие ламы на подушечках целуются. Любви все возрасты покорны. Какие-то сердечки, какие-то открыточки, какие-то наборчики, какие-то салфеточки, опять же конфеты, чашки, фоторамки. Стрелы любовные, которые поражают наши сердца. Ледики под... Аптека тоже готова к Дню Святого Валентина. В аптеке можно купить не только таблетки, но и игрушки, и продукты. И вот так вот можно подготовиться и можно купить подарочки ко Дню Святого Валентина. Вот такие прикольные скитлсы. 2,49. М&М'сы 2,49 сердечки. Интересно, М&М'сы тоже в форме сердечек будут. Ну и всевозможные конфеты. Прикольно. Оскар Шварценеггер. Набор классный, М&М'сы. $10. Поставить его не получится. В общем, вся торговля готова праздновать День Святого Валентина. Что-то конфета весит, интересно. Видно, зайка вес, нет? А вот, 340 грамм. 340 грамм, $15. Oh.
такие миленькие мандосы. Один пакетик 4,90.